Дорогие друзья, добрый день! Спасибо, что вы сегодня с нами. Мы сегодня будем показывать нашу любимую программу, которую очень редко показываем, последний раз лет 10 назад это было. Называется она «Эпоха Висбора», песни Юрия Висбора и его друзей. Ну, вы знаете, что этот год очень-очень юбилейный, 100 лет было только Джаве, 90 лет Юрию Висбору, Яде Якушеву и Навелле Матвей. По-моему, 100. 100 Навелле Матвеевой, да. Или 90. Вот, запутались. Успели запутаться, только начали концерт. В любом случае, юбилей. Юбилей точно юбилей. И мы будем сегодня петь песни Висбора, его друзей. Больше, конечно, Висбора. Вы знаете, те, кто постоянные наши зрители, вы знаете, что у нас очень приветствуется подпевать. На песни, которые в первом отделении прозвучат, вы знаете, абсолютно безоговорочно наизусть. Мы будем счастливы, если вы нас поддержите. И начнем мы с такой небольшой преамбулы, посвященной МГПИ. То самое легендарное место, педагогический институт имени Ленина, в котором произошло становление Юрия Висбора и его многогранных талантов, которые впоследствии сделали его очень знаменитым. Дело в том, что в МГПИ одновременно, в то же самое время, училось множество разнообразно одаренных людей. Совершенно в одном месте и в одно время. Это кроме бардов Юли Ким там были, Ада Якушева, естественно, Юрий Коваль, мой любимый писатель, Петр Фоменко, мой любимый режиссер, и Юрий Ряшенцев, который нам известен как прекрасный человек и автор бессмертного стихотворения «Когда твой друг в крови». Алягер ком алягер. И других замечательных текстов для киномюзиклов. Лет 10 назад вышла книжка воспоминаний Юрия Ряшенцева, когда мне было лет 17. Она вот так выглядит, такая она небольшая. Она не переиздавалась, издана была в Минске моими друзьями, я поэтому про нее не знаю. Но я проверила, в интернете она есть, ее можно купить. Я всем рекомендую это обязательно сделать. Это потрясающий сборник вот таких небольших воспоминаний, очень милых, остроумных, нежных, трогательных и таких душераздирающих местами. И в том числе и об институтской жизни. Я буду иногда вот зачитывать из этой книжки фрагмент. Начнем. Появление Висбора в институте в сентябре 1951 года сопровождалось воплем одной студентки, расторопно обследовавшей немногочисленных ребят-первокурсников. «Девочки, там один такой хорошенький!» «Хорошенький» — это очень подходило Юрке, розовому и при этом легко краснеющему блондину. Некоторое время мы, второкурсники, относились к нему чуть снисходительно, как к любому новичку институтского братства. Я думаю, Висбор имел некий мужской идеал, на который в молодости совершенно не походил. Он сознавал эту непохожесть и, осознанно или нет, делал все, чтобы от нее избавиться. В 2001 году вышла книжка, состоявшая из переписки Юрия Висбора и его будущей жены Ады Якушевой. Честно говоря, я боялся за эту книжку. В письмах этих много наивного, свойственного нашему, тому времени. Однако предисловие к ней выпало написать именно мне. У двух корреспондентов, письма которых составляли эту книгу, было за что любить друг друга и было что прощать друг другу. Они это и делали. Любили и прощали. Мне твердят, что скоро ты любовь найдешь и узнаешь с первого же взгляда. Мне бы только знать, что где-то ты живешь, и клянусь, мне больше не надо.
знать, что где-то ты живешь. И клянусь, мне большего не надо. Снова в синем небе журавли трубят, я бреду по краскам листопада. Мне бы хотя бы мельком повидать тебя. И клянусь, мне большего не надо. Мне бы хотя бы мельком повидать тебя. И клянусь, мне большего не надо. Дай мне руку, слово для меня скажи. Ты моя тревога и награда. Мне б хотя бы раз прожить с тобой всю жизнь. И клянусь, мне большего не надо. Мне б хотя бы раз прожить с тобой всю жизнь. И клянусь, мне большего не надо. Писем в вышеупомянутой книге Юрий Висбор из какого-то дальнего похода обращается к своей возлюбленной. «Здравствуй, моя симфония, моя рапсодия и все 9 глав романа в стихах». А она ему ответила песней. Ты мое дыхание, утро мое, ты раннее, ты и солнце жгучее, и дожди. Всю себя измучаю, стану я самой лучшей. По такому случаю ты подожди. По такому случаю ты подожди. Подожди, у себя тая. Самой красивой стану я, стану самой умною и большой. Столько лет все думаю, но как мне поймать звезду мою? А звезда вдруг запечи и пошел. А звезда вдруг запечи и пошел. Но как ты к нему относишься? Я тогда им эту песню пропою. Я тогда им эту песню пропою. Что ты, мое дыхание, утро мое, ты раннее, ты и солнце жгучее. Стану я самой лучшей, по такому случаю ты подожди. По такому случаю ты подожди. Юрий Висбор ответил Аде Якушевой спустя несколько лет одной из самых знаменитых своих песен. Ты у меня одна, словно в ночи луна, словно в степи сосна, словно в году весна. Нету другой такой, ни за какой рекой, нет за туманами, дальними странами. Вы не провода в сумерках города. Вот и взошла звезда.
светить всегда, чтобы гореть в метель, чтоб стелить постель, чтобы качать всю ночь у колыбели дочь. Вот молот какой делается с рекой, можешь отнять вагон, можешь махнуть рукой, можешь отдать долги, можешь любить других, можешь совсем уйти, только свети, свети. Конечно же, пытались сочинять песни совместно, но, по свидетельствам очевидцев, это у них получалось чрезвычайно плохо. А по словам их лучшего совместного произведения Тани, «Избор», она, в свою очередь, со слов бабушки знает все эти истории, они страшно ругались, когда сочиняли вместе песни. Они не могли поссориться просто по поводу, какие там у них будут рассветы, холодные или прозрачные. И Ада хватала Таню маленькую, убегала в ночь в метель от этого тирана, который ничего не понимает в рассветах. Но одна песня, как минимум одна, у них получилась очень хорошо. Тебя ловили в непредугаданный тот час. Снега со льдом наполовину лежат, как будто про запас. По чью-то душу, чью-то душу, но я клянусь, не по твою. Тебя и годы не задушат, тебя и горы не убьют. Напиши мне, не поленись, и напиши, какие новые вершины тебе видны и среди вершин, и что поделывают зори твой синий путь, переходя, и как Домбай стоит в дозоре, подставив грудь косым дождям. Что есть еще на свете горы, куда так просто
я вернулся, я к разлуке крепко уснулся. Я покинул край, в котором лишь одни большие горы, меж горами перевалы. В том краю ты не бывала, там звезда есть голубая, в ней угадывал тебя я. Здравствуй, здравствуй, друг мой вечный. Вот и кофе, вот и свечи, вот созвездие голубое, вот и мы вдвоем с тобою. Наши дни бегут к закату, мы как малые ребята, взявшись за руки, клянемся, то ли плачем, то смеемся. Здравствуй, здравствуй, милый случай, здравствуй, храбрый мой попутчик. Разреши идти с тобою за звездой голубою и на рынок за хлебами, и с корзинкой за грибами, и нести вдвоем в корзинке наших жизней половинки. Здравствуй, здравствуй, я вернулся. Но в таком месте, как МГПИ, где собралось такое количество талантливых людей, разумеется, царила необыкновенно творческая атмосфера. Спектакли, песни, стихи, капустники. И с признанным лидером всей этой художественной студенческой самодеятельности был, угадайте, кто? Не Висборг, и не Петр Фоменко, и не Ким. Общепризнанным лидером был Владимир Красновский. Владимир Красновский, и Висборг сам признавал, что Володя, как он его называл, оказал на него огромное влияние, на его становление как поэта, как, и как артиста. Владимир Красновский умер очень рано, и в последние дни своей жизни он ежедневно звонил Висборгу и говорил ему: «Думай об искусстве». Мы знаем с вами как минимум одну его песню, прекрасно знаменитую, на стихи Николая Заболоцкого «Городок». Целый день стирает прачка, муж пошел за водкой, на крыльце сидит собачка с маленькой бородкой. Целый день она таращит заплачет, загрустит в сторонке. А кому сегодня плакать в городе Тарусе? Есть кому сегодня плакать, девочки Марусе? Опротивили Марусе петухи да гуси. Сколько ходит по Тарусе, Господи Иисусе. Как бы мне такие перья, да такие крылья, полетела вправо в деревья, бросилась во вылья, чтоб глаза мои на свете больше бы не глядели. Все эти больше б не галдели. Ох, как худо жить, Марусь, в городе Тарусе. Петухи одни да гуси. Господи Иисусе. Это, пожалуй, такая одна из главных тем в творчестве Юрия Висборга.
тени снег лежит, как гора. Словно снег тот к весне не причастен. Ходит дворник и мерзлый февраль, колет ломом на мелкие части. Во дворах-то не видно земли, лужи мокрым асфальт перешейком. И плывут в тех морях корабли с парусами в косую линейку. И плывут в тех морях корабли с парусами в косую линейку. Здравствуй, здравствуй, мой сретенский двор. Вспоминаю сквозь память идем. Вот стоит, подпирает забор на войну опоздавшая юность. Вот тельняшка от стирки бела, вот сапог он гармонью натравил. Вот такая в те годы была униформа московских окраин. Вот такая в те годы была униформа московских окраин. Много знали мы, дети войны, дружно били врагов, спекулянтов, и неслись по дворам проходным по короткому крику «Атанда!». Кто мы были, шпана, не шпана, без отцовщины с улиц горбатых, где как рыбы всплывали со дна серебристые аэростаты, где как рыбы всплывали со дна серебристые аэростаты. Видел я суету и простор, речь чужих побережий я слышал. Я вплываю в свой сретенский двор, словно в порт, из которого вышел. Но пусты мои трюмы в пыли, лишь надежды и тех на копейку. Ах, вернуть бы мне те корабли с парусами в косую линейку. Ах, вернуть бы мне те корабли с парусами в косую. Самая знаменитая песня о Москве, всемирно знаменитая песня о Москве, к которой Юрий Висбор приложил руку, это, конечно же, саундтрек из блокбастера «Москва слезам не верит» Александра Александра. Дело было так. Дмитрий Сухарев сочинил стихи для этой песни и уехал в дальнюю командировку и оказался вне зоны досягаемости. А режиссеру Владимиру Меньшову понадобилось дописать текст, потому что его не хватало там то ли для титров, то ли еще для каких-то художественных целей. И тогда обратились к Юрию Висбору, и он дописал куплет и припев. Но какой именно куплет и припев он дописал, науке неизвестно. Дмитрий Сухарев молчит, как партизан. А узнать нам больше не у кого. Так что вот, остается только догадываться. Давайте споем вместе. Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Слезам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорожено, листвою заморожено. Найдет тепло прохожему, одевицу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою. Ты вглядись в его лицо, что бы ни было в начале, удалит он все печали. Вот и стало обручальным нам садовое кольцо. Москву рябины красили, дубы стояли князями. Но не они, а ясени без спросу росли. Москва не зря надеется, что вся в листу оденется. Москва найдет для деревца хоть краешек земли. Александра, Александра, что там бьется перед нами? Это ясень с семенами крутит вальс над мостовой. Ясень с видом деревьев.
деревенским, приобщился к вальсам венским. Он пробьется, Александра, он надышится Москвой. Москва тревог не прятала, Москва видала всякое, но беды все и горести склонялись перед ней. Любовь Москвы не быстрая, но верная и чистая, поскольку материнская любовь других сильней. Александра, Александра, что там бьется перед нами? Это ясень семенами крутит вальс над мостовой. Ясень с видом деревенским приобщился к вальсам венским. Он пробьется, Александра, он надышится Москвой. Александра, Александра, этот город наш с тобой. Стали мы его судьбой, ты вгляделись в его лицо. Что бы ни было вначале, удали там все печали. Вот и стало обручальным нам садовое кольцо. Вот и стало обручальным нам садовое кольцо. Мне немножечко погромче Евгения Николаевича в мониторах, а то у меня есть ощущение, что он специально так тихо играет, чтобы меня бесить. Вам там хорошо, а я тут страдаю. Вот. Мучаюсь, прислушиваюсь. Вот, хочу дальше прочитать отрывок из... Я все-таки 5 копеек со слов мне еще не давали, но я его возьму за... Это Евгений Быков. Поаплодируйте нам, Евгений Быков. Добрый вечер. В общем, меня Лида зовут. В начале, да, когда надо было представиться, вот я хотел сейчас это сделать. Лидия Чебоксарова, меня зовут Евгений Быков. Лидия Олеговна, значит, я же муж, у меня работа такая, мешать, поэтому надо как-то смириться давно уже с этим и не делать мне замечания. Они все знали, что ты муж, а мог бы и промолчать. А мне кажется, я достоин. Я продолжу про Юрия Висбора, с вашего разрешения. Да, Евгений Николаевич? Прошу. Это тоже из воспоминаний Юрия Ряженцева. И вот в этом рассуждении, мне кажется, какой-то есть ключ вот к тайне личности Висбора. Он считал необходимым жить так, как написано у него в песнях. А в песнях было просто ясно. Святыня мужской дружбы, сдержанная нежность к любимой, суровый пейзаж гор. Из неуверенного, легко краснеющего мальчика, очень себе не нравящегося, он превратился в своего лирического героя, олицетворяющего внешнее и внутреннее мужество, в человека, понимающего многое и многих, и при этом сохранявшего удивительную чистоту. Зрелый Висбор, груженный и армией, и альп-лагерями, и журналистскими приключениями, и буднями киноэкспедиций, превратился в кумира тысяч, увлеченных Хемингуэем и не чаявших встретить его героя в отечественной жизни. Ведь это правда, да? Висбор, даже осознанно или нет, подражал Хемингуэю, у него есть фотография такая. Удивительное. Свитер с трубкой. Ну и люди мужественных профессий – это одна из важных тем. Забудется печаль и письма от кого-то, на смену миража приходят рубежи. Но первая тропа с названием «Работа» останется при нас оставшуюся жизнь. Но первая тропа с названием «Работа» останется при нас оставшуюся жизнь.
растащит мир, он им принадлежит. Но первая строка с названием «Работа» останется при нас оставшуюся жизнь. Но первая строка с названием «Работа» останется при нас оставшуюся жизнь. Пусть перечни побед не достает чего-то, нам не к лицу о том, товарищ мой, тужить. Ведь первая печаль с названием «Работа» останется при нас оставшуюся жизнь. Ведь первая печаль с названием «Работа» останется при нас оставшуюся жизнь. Когда уходим мы к неведомым высотам, за нами в небе след искрящийся лежит. И первая любовь с названием «Работа» останется при нас оставшуюся жизнь. И первая любовь с названием «Работа» останется при нас оставшуюся жизнь. Ледовой проводки с ледокола смотрели на гаснущий день. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде. Тихо плыл перед нами белый берег Чукотки и какой-то кораблик. Там стояла девчонка, по-простому одета, и казалось, в тот вечер ей было легко, и рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством смотрела на наш ледокол, и рукой заслонившись от вечернего света, с любопытством смотрел на наш ледокол. Вот и все приключение, да и вспомнить чего-то. Пароходик прошлет, волнышка прошла, вздохнул очень странно командир вертолета, философски заметив такие дела. Летчик женился, на юге сидит, да и тот пароходик все ходит едва ли, и на нем-то девчонка едва ли стоит, да и тот пароходик все ходит едва ли, и на нем-то девчонка едва ли стоит. А потом будут в жизни дары и находки, много дел, много странствий и много людей. Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде? Отчего же мне снится белый берег Чукотки и какой-то кораблик на зеленой воде?
известен мужественный и работящий персонаж, изображен в песне, самой цитируемой песни Юлии Висбора. Все угадали? Разумеется, мы делаем ракеты. В нашем случае это будет технолог Петухова. Сижу я как-то, братцы, с африканцем, и он, представьте мне, и говорит: в российских селах холодно купаться, и потому здесь неприглядный вид. А я говорю: мы делаем ракеты, перекрываем Енисей, а также в области по лету мы впереди планеты всей. Мы впереди планеты всей. Потом мы с ним ударили по 300, и он, представьте мне, и говорит: в российских селах не танцуют 300, и потому здесь неприглядный вид. А я говорю: мы делаем ракеты, перекрываем Енисей, а также в области по лету мы впереди планеты всей. Мы впереди планеты всей. Потом залили это все шампанским, и он мне говорит: ты кто таков? Вот я, говорит, наследник африканский, а я, говорю, технолог Петухова, и это я вам делаю ракеты, перекрываю Енисей, а также в области по лету. Я впереди планеты всей, я впереди планеты всей. Проникся, говорит он, лучшим чувством, открой, говорит, весь главный ваш секрет. Пожалуйста, говорю, мужчина, вы мне мешаете выступать? Главное, главное. Об искусстве. Пожалуйста, говорю, советское искусство в наш век сильнее всех ракет. Енисей, а также в области по лету. Мы впереди планеты всей. Мы впереди планеты всей. Но мы сами. Дальние путешествия, аэропорты и самолеты. Листьев маленький остаток, осень поздняя кружит. Вот он, странный полустанок для воздушных пассажиров. Слабый ветер ностальгии на ресницах наших тает. До свидания, дорогие, улетаем, улетаем. До свидания, дорогие, улетаем, улетаем. Мы в надежде и тревоге ждем в дороге перемены, ожидая, что дороги заврачуют боль измены. В голубой косынке неба белым крестиком мы тонем от того, кто был и не был. Улетаем, улетаем от того, кто был и не был. Улетаем, улетаем, нам бы взять, доглянуться, оглядеться, но за даром мы все крутимся, как блюдца неприкаянных радаров. Ах, какая осень лисья, ах, какая синь густая, наши судьбы словно листья. Улетаем, улетаем, наши судьбы словно листья.
рядом крокодил. Да чего же мы, ребята, невезучими родились? Может, снег на наши лица вдруг падет, да не растает? Постараемся присниться. Улетаем, улетаем. Какой-то нехороший, говорит веслю щекалка. Не смотри на вещи мрачно, как прекрасен этот мир. Ну, а может быть, сейчас нам с тобой не повезет. Может, он не приземлится, этот самый самолет. И все это происходит, пока самолет наш мчится и с криком рвется воздух, чуть впереди крыла. И все мы тут желаем пораньше приземлиться, но, боже мой, не раньше, чем сказано в расписании, утвержденном Министерством гражданской авиации. А у штурмана товарища Семенова настроение паршивое вообще. Он резонно понимает, что не далее, чем в полдень съел какую-то субстанцию в борще. И болит его желудок, и на сердце все сосет. Ну когда ж товарищ штурман, наш замечательный работник, он жену себе в четвертый раз найдет? И все это происходит, пока самолет наш мчится и с криком рвется воздух чуть впереди крыла. И летим, и все летим, пролетаем город нежен, и оттуда умный мальчик в телескоп на нас глядит. Телескоп весь ледяной, город нежен, весь заснежен. Мальчик видит наш фонарик и волнуется в груди. Он-то думает, что мы на летающей тарелке. Умный мальчик, ты ошибся, мы же местные, свои. И все происходит, пока самолет наш мчится и с криком рвется воздух чуть впереди крыла. И сижу я тут, сижу весь пристегнутый ремнями, и скопление населения наблюдаю под собой. И вся жизнь моя летит разноцветными огнями, и летающих тарелок в небе явный разнобой. Я думаю, что прав был композитор Д. Тухманов и поэт Вахридонов, что заметили однажды после тщательных раздумий и проверки многократной, что действительно прекрасен этот мир. И все это происходит, пока самолет наш мчится и с криком рвется воздух чуть впереди крыла. Еще одна песня, посвященная аэропортам. Она, помнится, вошла в нашу программу с Алексеем Рассашанским. Пели мы такую программу «Вставайте, граф» или «Чайник со свистком» она называлась. По мотивам этой программы мы выпустили пластинку. Она, кстати, есть. Ее можно даже недорого купить. Вот. А мы иногда этой пластиночкой пользуемся на наших концертах, этой музыкой, сыгранной прекрасными руками Евгения Николаевича Быкова. Мелодия знакомая всем. Вот и снова попал туман на полосу аэродрома.
грома и алмазинки дождя на крыльях вогнутых дрожат. Ах, как это грустно все, как это все давно знакомо. Песен Висбора на заимствованную мелодию. Мелодия называется «Манчестер Ливерпуль», пела и французская певица «Жотема, Жотема». Что-то там туман покрыл и Ливерпуль, и Манчестер. Вот, это музыка Андре Поппа. И закончим мы первое отделение еще одной заимствованной мелодией и еще одной крылатой фразой Юрия Висбора, которая тоже довольно часто цитируется. «Сезон удачи». Она потом цитировалась многими поэтами даже. А есть мнение, которое бытует в головах многих исследователей, что эта мелодия Шарля Азнавура – это вовсе не так. Это два английских сонграйтера сочинили Лес Рид и Лес Ван Дайк. А потом уже был сочинен французский текст, и французская певица пела эту мелодию. Вообще она английская. Так, на всякий случай. Может, вам это и не нужно, но вот такой интересный факт. Когда кончается сезон удачи, и ветер, как афиши, рвет последние листы надежды, когда сложилось так, а не иначе, то значит время грим снимать и пересматривать одежды. Просто жизнь моя манеж, белый круг со всех сторон освещенный. Просто жизнь моя манеж, на коварство и любовь обреченный. Ветер сумеречный свеж, подарите мне любовь, подарите. Просто жизнь моя манеж, но вы, мой друг, мне кажется, зритель. Когда вы
новую жизнь свою я начал снова. В ней были в горе моря, ну и немножечко успеха. В ней были в края, да шум сосновый. Остальное подождет, остальное мне не к смеху. Просто жизнь моя, манеж, белый круг со всех сторон освещенный. Просто жизнь моя, манеж, на коварство и любовь обреченный. Ветер сумеречный свеж, подарите мне любовь, подарите. Просто жизнь моя, манеж, ну а вы, мой друг, мне кажется, зритель. И все же я на вас гляжу с надеждой, хотя наивно это все, я это ясно понимаю. И все-таки надежде той внимаю, поскольку очень вас люблю, как не любил ни разу прежде. Просто жизнь моя, манеж, белый круг со всех сторон освещенный.